Здравствуйте, друзья. Друзья, начало этой истории вы можете увидеть на канале у Снапа. Что и как было, друзья. Та-дам! Привет, малышка! Как ты? Как ты, малышка? Конечно же, я пришел не с пустыми руками. Будем кормить. Что ты наделала тут? А где твоя мисочка? Не вижу ничего. Где твоя мисочка? Нет, внутри нету. Тут тоже. Это тоже была подстилкой. А теперь тут валяется тряпочка такая. Миску не нашел. Даже эта кроха была у нас дома, друзья. Познакомилась с Тенчиком, со Снапиком. Кстати, ее нашел Снап, друзья. По нюху. Поднялся Снап на этот холмик. И она, эта девочка, она начала лаять. Я узнал, что тут есть маленький щеночек. Она жила в этой коробке, друзья. Представляете, в кордонной коробке. Вот установил домик небольшой. Она теперь живет более в комфортном состоянии. В комфортности. Сейчас покормим, друзья. Ничего страшного. Вот, друзья. Сухой корм и желе. Паучи. Покушает крошка и залезет домой. Друзья, канал Снапа. Снап латинскими. Снап EMCA. Напишите, увидите. Ну, до скорого, малыш. Укромное местечко. Так, друзья, хорошо оставаться, мирного неба. До скорого, пока.